День ГИБДД традиционно отмечается в начале июля. Во многих парках Подмосковья прошли масштабные праздники для детей под названием «Путешествуем на зеленый свет». Не стал исключением и Ленинский городской округ. Маленьким гостям Центрального парка в игровой форме рассказали, как правильно и безопасно переходить дорогу, попросили всегда слушаться родителей, держать их на дороге крепко за руку и никогда не отвлекать взрослых при движении в автомобиле. Ефрему Шарову всего 6 лет, но эти правила он знает чуть ли не с рождения. А как дорогу переходишь? В любом месте или только в определенном? В определенном. В каком? По пешеходному переходу. Ой, какой молодец. А если светофор, на какой можно переходить? На зеленый. А нельзя на какой переходить? На красный. Конечно, такие отличные знания ПДД – заслуга родителей мальчика. Мы оба с супругом водители со стажем, и ребенку, в принципе, с молодых лет рассказываем про правила дорожного движения. Он ездит с нами в автомобиле, поэтому знает знаки, изучает их. И вот периодически, когда переходим с ним дорогу, обязательно ему еще раз поясняем, что нужно остановиться. Он ездит на беговеле, поэтому он знает точно так же, что с беговела нужно слезть для того, чтобы дорогу перейти. Также для ребят провели мастер-класс, где они своими руками смастерили проезжую часть. Светофор, переход, водители и пешеходы – все как в настоящей жизни.